Нас ждет второй тайм на Сантьяго Бернабеу. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Кевин Гамейн. Часами тренировок наигрывает Хамес Родригес. Какой удар! Хороший сейв, с реакцией все у кипера в порядке. Катает мяч перед чужой штрафной. И как опасно пробил. Еще одна возможность. Очень хотят они выйти вперед. Антони Марсиаль. Родригес. Адриан Рамос. Все видел это назад. Мяч у него. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Модрич. Посмотрим за этой атакой. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Лука Модрич. Аларкон Суарес. Терпеливо ждут они своего шанса. О чем только... Модрич! Сейчас как никогда близки они были к тому, чтобы повести в счете. Игра остановлена из-за нарушения. И тут ситуация вполне на предупреждение. Азар. Неплохо задумано. Может получиться интересная атака. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Антони Марсиаль. Хамес. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точные. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Отлично сыграно, надо решать. Пьер-Эмерик Обамиян. Все видел Лука Модрич, мяч у него. Адриан Рамос. Ужасное исполнение, вратарь мяча. Какая изящная передача. Карвахаль. Модрич. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч... Решил пробить. Гол! Они вышли вперед. Великолепно. Нечего. Очень здорово сыграно. Увидел партнера, моментально выложил передачу и все. Плюсуйте единичку. Такие кроссы он исполняет просто как семечки щелкает. И думаю, что это точно не последний. Повтор гола нам показывает. Да, отличный навес и великолепный удар. Все получилось очень просто. Лучше поздно, чем никогда. Счет в матче открыт. Карвахаль. Кевин Гамейн. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Адриан Рамос. 15 минут до конца основного времени матча. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз.
Пока неплохо. Обамия. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Иско. Аут. 81-я минута. Карвахаль. Фол фиксирует арбитр. До конца матча всего ничего. Тут может что-то получиться. Загружает мяч. И удар. Кевин Гамейро. Мяч уходит на угловую. Есть варианты развития атаки. Отличный кросс. Кевин Гамейро. Эффектная передача. Пятка. Какой-то, знаете, между собой. Озил. Антер. Кевин Гамейр. Иско. Это может быть опасно. Надежно играет защитник. Атака прервана. Эден Азар. Кевин Гамейр. Это может быть опасно. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Завершает арбитр встречу и фиксирует победу со счетом 1-0. Матч завершен. Это победа, а победители, как известно, не судят. А 3 очка, как мы с тобой знаем, так сказать, не пахнут. Ну что, Константин, удался игроку дебют в новом клубе? Отлично он сыграл. Кстати, забил и решающий гол. Это так, напоминание. Ну, я думаю, что и тренеры, и болельщики все должны быть довольны сегодняшним результатом.